Всего месяц до наступления осени и чуть больше до старта нового отопительного сезона. В первую очередь подключать к теплоснабжению начнут объекты социальной сферы – детские сады, школы, объекты культуры и спорта, затем многоквартирные дома. В администрации города отмечают, от качества подготовки напрямую зависит успешное прохождение отопительного сезона. Специалистами проверяются городские котельные. Они готовы к работе фактически на 70%. Особое внимание перекладкам тепловых сетей. В этом году у нас 12 серьезных перекладок. Кроме того, у нас огромный объем работы в Куйбышевском районе. Мы, как вы знаете, там ставим 2 дополнительных теплоисточника, и извечная проблема отопления в их домах будет наконец-то решена и кардинально. В рамках подготовки к отопительному сезону проверяются все водопроводные и канализационные стоки. Всего в городском округе Самара 10 195 многоквартирных домов. Перед управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК стоит задача проверить все необходимое оборудование, при помощи которого осуществляется подача тепла в дома. Также нужно обследовать кровли, межпанельные швы на предмет теплоизоляции. На сегодняшний день к эксплуатации подготовлено уже 6805 многоквартирных домов. Также сейчас работу на контроль на штабах уже начали ставить это укомплектование аварийных бригад и укомплектование бригад по очистке кровель. Штат дворников, естественно, по снегоуборочной технике. Что касается социальной сферы, из 662 объектов подключить теплоснабжению можно уже 494, из них 359 объекты образования, 110 культуры и 25 спорта. Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону всех социальных объектов, учреждений культуры и спорта, а также многоквартирных домов находится на ежедневном контроле администрации города. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.